Здорово, мужики, и доброго дня, леди! Это обзоры от Mob.ua, и, как всегда, я Трэш. Давненько на писюк не выходило новых игр, а на жанр RPG все вообще болт забили, кроме разве что разработчиков Android-игр. Ну и что в этом странного, подумал я? Ведь жанр великолепно подходит для сенсорного управления, никогда не был требователен к графике и здорово помогает скоротать время. В общем, решил я на досуге подыскать бесплатную RPG и зарубиться лежа на диване. Под руку попала Heroes Call. В описании было обещано все, что только можно. Новые способности, герои, уникальные предметы, проработанный мир и даже управление камерой. Ну, разработчики мобильных игр вообще щедры на обещания, так как, во-первых, большинство игроков срали на них с высокой колокольни, а во-вторых, кто будет жаловаться на бесплатную игру? Не нравится — снеси, никто тебя за яйца не держит. Но, как мы знаем, за всей этой щедростью и обещаниями обычно скрывается жирный донат. Но обо всем по порядку. Первое, что бросается в глаза, это сиськи. А в Heroes Call первое, на что обращаешь внимание, это графика. Да, тут есть много приятных эффектов магии, огня и дыма. Но в целом, если хорошенько присмотреться, средний движок плюс пару эффектов и ложка блура. Дальше у нас сюжет. Да кого я обманываю, это уже давно никого не ебет в RPG. Но вот свободный открытый игровой мир мы видали уже со времен зарождения жанра. А тут, представь, его нет. Это тупо коридорный RPG. Нет, то представь, коридорный RPG. Это хамство. Ну да ладно, подумал я. Зато тут удобное управление. Но чего-то мне не хватает. Чего же мне не хватает? Боже, где шкала опыта? Где она? Я понимаю убрать систему прокачки, сюжет, свободное передвижение, но убрать шкалу опыта? Это ж как нужно не любить RPG, чтоб так да поднасрать в геймплей. Сцепив зубы, я продолжал идти, изучая унылый, однообразный мир Heroes Call. Спустя еще 10 минут я понял, что сражения неинтересны. Ты тупо стоишь на месте и затапываешь врагов до смерти. Отойти и спланировать свои действия для сохранения брони, маны и хп? И еще чего захотел? Просто убогий мордобой до тех пор, пока один из вас не упадет. Я решил, что прежде чем выключать этот кал героев, я найду пару предметов, посмотрю, как меняются способности и оружие, вдруг найду несколько плюсов. И тут я наткнулся на самый жирный донат за всю историю Android игр. Любой найденный предмет нужно идентифицировать, а занимает это уже в самом начале порядка 15 минут. Не нравится? Плати. Идентифицировал предмет, а он ни на что не годится? Плати. Хочешь пройти следующий уровень? Плати. О минусах и плюсах тут вообще речи не пойдет. Так что скажу пару слов в заключение. Если ты соскучился за играми и RPG, а уже нет сил терпеть выхода новых шедевров, поиграй в Кал Героев. И играть ты не захочешь еще долгое время. На этом у меня все. Если понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи!